В то время как Соединенные Штаты получают один сокрушительный удар за другим, президент Майкл Дуган сегодня обратился к европейским союзникам из неизвестного места. Я обращаюсь к вам за помощью. Соединенные Штаты стали первой целью Романова. Присоединитесь к нашей борьбе, или мы будем не последними. Французский генерал Рене Леон обратился к союзникам за поддержкой, но пока страны медленно... Товарищ! По-видимому, мы недооценили наших европейских соседей. Похоже, что Франция объединилась с немецкой армией на польской границе. Но эти идиоты оставили свои дома незащищенными. Покажите им силу советской стали. Войдите в Париж. Используйте нашу Тесла-технологию, чтобы закоротить их планы. Не щадите ничего. Всем привет, привет, с вами Алексей Краселов, и на позитиве и креативе мы продолжаем проходить РА-2. Если вы готовы, генерал, то можете ударить по Парижу. Ах, мне нравился город огней. Париж потрясающий, когда они гаснут. Ну что, ладно, начинаем мы без базы, значит, чисто пехоту будем строить. В структуре есть войска. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, как вас много. Заказываем еще. В структуре есть войска. О, нихера себе, нефтяная Юнит вышка. Готов. Сейчас захватим. Структура покинута. Но нам в любом случае придется ее захватывать, потому что у нас больше негде добывать минералы. Юнит потерян. Да хорош стрелять. В структуре есть войска. А так он вообще быстро здание-то уничтожил. Юнит потерян. Атака. Юнит повышен. Заказываем еще пехотинцев. Юнит повышен. Так, у нас получается юнит здесь готов. Защитная вышка плюс еще танк. Отходим. Юнит потерян. Чертяга. Недостаточно атака. Средств. Забираем инженера и отправляем сюда. Юнит повышен. Когда пехотинцев много, они в принципе даже со зданиями неплохо справляются. Даже с техникой. Юнит потерян. Юнит повышен. Здесь еще очень много пехоты город патрулируют. Надо быть аккуратным. Аккуратным здание. Осторожным. Юнит готов. В структуре есть войска. Структура покинута. Так, здесь значит аванпост. Ага. Юнит потерян. В структуре этих есть этих ребят войска. Отводим. В структуре есть войска. Только по бочке не шмальните. А вот сейчас юнит можно. Часть пехоты, правда, потерял на этом всем, но ничего страшного. Можно было и получше этот момент обыграть. Так, заказываем еще пехоты. Хорош, 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 хорош. Усаживаем здание. Юнит готов. Что-то похоже мы шмальнули по бочке, там структура часть пехоты покинута. Я потерял. За Родину. Атака. Три. Еще пехотинцев заказываем. Юнит готов. Меня больше всего напрягает то, что танк может спокойно проехаться по моей пехоте. Юнит. Надо его не провоцировать на это. Хотя, с другой стороны, я даже не знаю, как мы можем его спровоцировать. Юнит но, скорее готов. Всего, лучше к нему не подходить близко. Потому что подойдешь близко, он начнет на тебя реагировать. Есть то есть поездка. Если стреляешь, то стреляй издалека. Структура покинута. Да нихера себе ты здание-то выносишь. Готов. Давайте попробуем сесть в это здание. В структуре есть войска. Юнит потерян. Давайте, давайте, шмаляйте. Юнит хорош, готов. Отводим. Юнит потерян. Лихо он так справляется с пехотой. Там, значит, еще танки есть. Ну, давайте попробуем. Я просто боюсь, что он реально может поехать по моим пехотинцам. Этого допустить вообще нельзя. Ваш пех, я бы даже сказал. Недостаточно средств. Юнит потерян. Юнит повышен. Так, юнит значит, здесь четыре танка и два пехотинца. Давайте сделаем вот так. Часть юнитов сюда, часть сюда. В структуре есть войска.
Поехал сюда. Ну что, ребят, давайте тесликов забираем. Нам нужно по заданию тесликов подвести к эльфовой башне. По кому ты долбишь-то? А, там танк еще есть. Структура покинута. Чуть-чуть не добили. Угу. И отправляем в атаку. Самое главное, ты только не поедь по моей пехоте. У нас с вами численное преимущество, так что если он не поедет, то все будет хорошо. Юнит потерян. Юнит. До свиданица. Принята передача. Теслики подходят. Товарищ генерал, мы должны подойти поближе к башне, чтобы... Да. Йента, я в курсе. Ой, ничего себе, она начала шмалять. То есть она, получается, функцию тесловушки начала выполнять. На нашу базу совершено нападение. Неплохо она так лупит. Ха-ха. Вот такое бы здание можно было бы строить? Мы бы с вами так всю войну выиграли бы. Юнит потерян. Да нихера себе ты охерел. Так, ребят, это значит надо продавать. А, нет, почему? Она же долбит. Долбит. Юнит потерян. Все? Как она так без электростанции, интересно, работает? Я думаю, вам понравится это, генерал. Эксперт-подрывник, известный как Безумный Иван, находится в ваших войсках. Он великолепно подходит. Да нахер он нужен? У него что-то осталось еще, ребят. Что-то еще осталось. Может, это вышка? Ну, давайте уничтожим. Все-таки я так и не понял, как вышка работает без электростанции. Но одно дело, когда там теслики стояли. Ну, а сейчас-то там никого нету. Ну, ладно. Работает и работает. Юнит потерян. Так, давайте, наламывайтесь. Ну и что тебе еще осталось? А, победа? Задание выполнено. Ну что, ребят, поздравляю, прошли очередную миссию. Увидимся уже с вами в следующем эпизоде. Ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока.